Немного о настройках. Удалим пустой слайд, созданный автоматически. Перейдем в настройки стилей. Если вы имеете план и знаете, как должно выглядеть ваше слайд-шоу, эти предварительные настройки сэкономят время. Запомните приоритеты. Изображение перекроет цвет фона, а видео фона перекроет и цвет, и изображение. Для того, чтобы фоном осталась картинка, ссылку на видео пока заполнять не будем. Эффекты перехода между слайдами делают слайд-шоу более динамичным, но они предполагают использование смарт-телевизоров с достаточной производительностью. Цвет фона элементов сделаем почти прозрачным. Выберем шрифт для элементов и покрасим его в белый цвет, потому что выбранная картинка для фона темная. Кнопка «Добавить слайд» каждый раз будет добавлять слайд с настройками, которые мы только что произвели. Все штатные элементы также появятся с предустановками, сделанными в настройках стиля. Это не исключает дальнейшего редактирования параметров слайда. Добавим второй слайд с теми же настройками стиля. Перейдем в настройки слайда. Они повторяют настройки стиля, но действуют только на выбранный слайд. Подключим HTML и перейдем на страницу конструктора информеров. Выберем радио, жанр, радиостанцию и настроим оформление. Копируем код, возвращаемся к слайду и вставляем код. Радио уже звучит. Можно вписать элемент в дизайн слайда, а можно спрятать. Например, так. Скачайте и установите приложение PRTV.su, которое вы можете бесплатно скачать в магазинах LG, Samsung и приложений под телевизоры на операционной системе Android. Откройте страницу со списком слайд-шоу и запомните пятизначный номер для TV. Запустите приложение на телевизоре. Для ввода номера слайд-шоу нажмите зеленую кнопку на пульте и введите пятизначный код. Нажмите кнопку «Готово». Вы смотрите слайд-шоу на телевизоре. Откройте страницу со списком подборок и запомните пятизначный номер для TV.
Для ввода номера подборки нажмите красную кнопку на пульте и введите пятизначный код. Нажмите кнопку «Готово». Открылось меню выбора слайд-шоу. Манипулируя стрелками на пульте телевизора, выберите нужное слайд-шоу и нажмите «Готово». Пробуйте, экспериментируйте. We have the best fans in the world, there's no question.